Так, всем привет, друзья. У нас 2 января, мы только приехали с гостей. Естественно, очень сильно устали есть и пить, и отдыхать, и ржать, но все равно классно отдохнули. С Новым годом вас, с новым счастьем, здоровья, счастья. Сейчас едем, подарочки надо посмотреть, потому что 3 числа мы едем в баню. Вот, и родственников надо еще раз поздравить и подарить, вручить подарочки. Так что мы сейчас выдвигаемся, Вероника дома. Так, всем доброе утро, друзья, у нас уже 3 число, вчера купили подарки, ну, в принципе, сейчас я вам вкратце на улице покажу, каждому по презенту, по пакетикам разложили, вот, ну, в общем, выдвигаемся в баню, я одеваюсь вот в такой свой костюм, сейчас я вам в зеркало покажу, в общем, на мне вот такой костюм, ну, зимний такой спортивный, в нем очень удобно, тепло, вот, как раз для отдыха на природе, мне очень нравится, так что выезжаем и до нового включения. Сейчас я покажу пакетики вот такие. Нет, вот такие пакетики, в общем, у нас здесь новогодние, и там презенты детишкам, взрослым. А, здесь тоже вот купили всякую всячину. Вот, и сейчас нам надо еще заехать в Пятерочку. Так, сейчас заедем в Пятерочку. Надо еще купить одноразовые стаканчики, тарелки, ну, в общем, всякую ерунду. Так, мы уже приехали, друзья. Мы сейчас в бане. В общем, здесь вот такой тамбур. Заходим. Здесь вот такая вот комната открывается у нас. Телевизор работает. Так, что у нас здесь слева? Там туалет. Ну, все под речку. Так, фен есть, вешалки, шапочки, холодильник. А, и мне нравится вот этот уютная печь. Вот такая вот. Очень тепло, классно. Столик, чайник. Там на улице вот беседка, где мы жарить будем. Так, здесь у нас, смотрите, наверное, парная. Свет не знаю, включить. А, вот свет. А, тут вот такие вот штучки. В общем, мы в баню редко ходим. В общем, меня поправляете. А, потом бассейн с холодной водой. Вот, ну и, собственно, здесь, наверное, сама... Да, сама парная. Ох, очень жарко. Вот, вот такая красота. Сейчас на второй этаж с вами поднимемся. Сейчас я переобуюсь. Так, идем на второй этаж с вами. Вот такая лестница. А, тут есть две комнаты. Ох, а тут наверху как жарко. Очуметь. Ну, вот такие вот мансардные комнатки, кровати, розетки. Не курить. Курить запрещено. Ну и здесь вот такая вот комнатка. Все чистенько, классненько, аккуратненько. Ух, жарко очень. Вот вид, пожалуйста, вам с второго этажа. Сейчас открою. Природа великолепная. Так что так вот. Ты тоже? Не надо! Не надо туда! Давай! Я замерзла-то быстрее! А мне вообще реально не холодно. Батюшка! А, примите снег, примите снег! Чё? Коля, на Коля. А, кстати, ребята. Темный шоколад. Послушай. У нас странная какая? Это израильский шоколад. Шоколад из Израиля. А, кстати, это у меня клиенты были, на. Это мой, держи. Короче, настоящий кофе из Израиля. Это моя шапочка. Это моя шапочка. Это моя.
Спасибо. Это мы свою же одели. Ничего себе. Подожди, а вы... Полотенце, да, Юля? Да. Ну так, я думаю, что всегда пригодится в хозяйстве. А у Коли, а у этого? Юль, снимай, вот что-то. Смайлик. Я лицо его. А у Лёши точно такое же. Тоже кофе. Вы попробуйте кофе. А там, это, короче, мне принесли. Это, Коль, знаешь что? Это пепельница из Израиля. Не знаю, да, ну туда посмотри. Вот я даже не видел ее. Мы ее не открывали даже, что там? Ничего себе. Вот но она из Израиля. Бонд Стрит. Бонд Стрит. Положи ее здесь. Мы решили вам подарить. Ну как? Отлично. Что написано? Пива нет? Идите в баню. Нормально, нормально. Нет, ты, кстати, кофе попробуй. Мне больше кофе, шоколад попробуй. Не, мы не будем сейчас открывать. Это ваше личное дело. Спасибо. Напарились, накупались, красота. Сейчас я вам покажу вид из окна, какой классный здесь. У нас уже время. Сколько, наверное, 4? Пожарили мы шашлык. Видите, угли у нас там тлеют. Очень-очень красиво. Сегодня такая метель вообще, снега так много, ужас. Стан. Да мы все уже домой собираемся. Все, гуляли, отгульбали. Классно было. Попарились, как заново родились. Так, друзья, мы едем домой. Мы напарились. Вероника с нами не ходила. Она оставалась в гостях там у родственников. Вот, так что едем домой. Закончился наш день сегодняшний. Классно провели время. Вот, напарились, накупались, наотдыхались. В общем, что хочу сказать. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Здоровья вам, счастья, удачи. Денег побольше, чтобы у вас все складывалось классно. Ну и продолжаем отдыхать. Завтра Валерия уже на работу выходит, так что... А я продолжаю заниматься домашними делами. Все, с Новым годом! Люблю, целую. Спасибо, что провели этот день с нами. И всем пока-пока. Приехали домой, а у нас вот такой вот завал. Следы кошачьи. В общем, нас засыпало снегом конкретно. И мы сейчас вооружаемся лопатами и начинаем счищать снег, чтобы машина наша заехала. Хорошо, на трассе грейдер проехал. Так что отдохнули и будя, и за работу.